Вернемся к нашему Серджу. Знаете, вот меня заинтересовало 126 килограмм веса и огромное количество листов. Вот у меня возник вопрос, Серджо, а что ты ел? Что ты вот раскормил вот так вот себя, раскормил этих там листов, и как это было? Вот, и вот он, отвечая на ваш вопрос о любимой еде, сказал, какая твоя любимая еда была, чтобы понимать. При весе 126 кил в те времена пользовался вот такими большими тарелками на фото. Привожу. Сперва были стеклянные 1250 миллилитров. Потом, когда понял, что надо меняться, была синяя 150 миллилитров. Оказывается, синяя еще больше, чем стеклянная. Только что померил. Видите? Ага. И теперь пользуюсь маленькой пиалочкой на 0,5 литра. За один присест съедалась жареная сковородка мяса с картошкой, полные тарелочки макаронов с мясом и густо политые майонезом, ну, чтобы они лучше скользили. За один день только хватало батона вареной колбасы или ветчины. Съедалась полная тарелка пельменей, бутерброды с колбасой и ветчиной и майонезом. Опять-таки, майонез так вкусненько, больше слюны, и все это скользит легко и просто. То есть туда главное забросить. Чебуреки, беляши, это на рынке, когда он был, да? Очень полюбил сырокопченую колбаску. Особенно, когда ехали на Воронеж за товаром, сразу съедал палочку, а то и две. Наваристые супы и борщи по полной тарелке или две, как наедался. Рыбные мясные консервы. Консервы уже много месяцев стоят нетронутыми. До этого одна баночка рыбных консервов открывалась каждый вечер перед сном. Надо! Вы знаете, надо фосфор, запастись фосфор, там витамин D, там, ну, как знаете, советуют. Пища в основном мясная, и как раз вот в этой мясной пище и были разного рода паразиты, которые потом и расплодились. Это потом начал придерживать себя, отказываться от сладкого и мясного. В общем, смысл жизни сводился только к одному – пожрать, и я ни в чем себе не отказывал. Сейчас я прочитаю второе письмо, в котором круг замкнулся. Доброе здоровье, уважаемые посетители моего канала. В первую очередь я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики, если они вам понравились, а тем более приносят пользу, проявляйте благотворительность. А если нет, я схалтурил, значит, дульку с маком